Когда-то поляки в течение 200 лет были главной проблемой России. Ну, враги Польши ее разделили на три части, были восстания польские. Вот теперь Украина эту нишу заняла. И пока не пройдет этот, не избудется этот имперский синдром, я думаю, что мало о чем можно говорить, хотя мне очень приятно, что мы ведем нормальный диалог вот сейчас с вами, как представителем русского демократического сообщества. Болезнь-то, кстати говоря, очень старая. Я помню начало 90-х годов, конец 80-х, когда политики стран Балтии говорили о том, что вот по три русского демократа чуть-чуть поскреби, и там окажется империалист. Это так и было. Действительно, сегодня, если говорить о действующих демократических движениях, они пытаются быть популистами.